Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В эфире программы «Преображение». Мы сегодня расскажем вам о наиболее важных событиях в жизни Ставропольской Невинномысской епархии за минувшую неделю, а также о предстоящих событиях церковного календаря. Господу помолимся! Свой день православный человек начинает с молитвы. Следуя заповеди о любви к ближнему, мы молимся за наших родных и близких, за живых и за умерших. Молитва – это и есть первейшее выражение и дело любви. Особенно нужны наши молитвы умершим, ведь окончившие свой земной путь сами уже не могут ни прибавить себе благих дел, ни покаяться в грехах, ни упросить Господа. Зато мы можем просить для них милости. Для Господа нет живых и мертвых, для Отца Небесного жив каждый. И Церковью были установлены родительские или поминальные субботы, особо обозначенные в церковном календаре дни, когда поминают родителей, друзей, родных, покинувших грешную землю. И в эти дни в православных храмах совершается особое поминовение умерших православных христиан. Родительскими они именуются потому, что родители – самые близкие нам люди, однако молятся в эти дни не только за родственников. Когда мы знаем, что какие-то экономические трудности, да, больно бьют по малоимущим нашим согражданам, соотечественникам, вот, то, что мы приносим в храм, и продукты, и опять же в память о наших умерших. Это будет своего рода гуманитарной помощью не только от нас лично, но и от наших сродников, почивших уже, потому что это в память о них. Да? И они, оставив эту земную долю, можно сказать, нашими руками как бы продолжают добротворить. И поэтому испокон веку Церковью установленная милостыня, она всегда воспринимается как жертва Богу у наших родных. И Господь принимает ее всегда как то, что мы могли бы сделать ради них здесь, сейчас, когда действительно человеку, оставившему уже земную жизнь, не нужна ни кровь под головой, ни одежда, ни пища. А нужна только наша любовь, наша вера, надежда и наша молитва. Из дней сугубого поминовения усопших церкви выделяются две вселенские поминальные субботы – Мясопустная и Троицкая. Основной смысл этих вселенских, общих для всей православной церкви за упокойное богослужение – в молитве за всех почивших православных христиан, независимо от их личной близости нам. Для преимущественного поминовения лично нам дорогих людей существуют другие родительские субботы. В первую очередь это вторая, третья и четвертая субботы Великого Поста, и кроме них установлена также Димитриевская родительская суббота, которая изначально была предназначена для поминовения воинов, павших на Куликовской битве, но постепенно стала общим поминальным днем. В Великом Посту Святая Церковь нам дает три дня особого поминовения усопших. Это родительские поминальные субботы, второй, третий и четвертый седмиц Великого Поста. И в это время особенного духовного подвига, когда мы становимся ближе друг к другу, когда мы должны становиться добрее, мы становимся ближе и к тем, с кем нас не может разделить даже сама смерть, потому что у Бога все живы. Пост, когда мы особо уделяем внимание молитве, мы сопровождаем в том числе и молитвой о наших почивших отцах, прародителях, братьях, сестрах, потому что Церковь едина, и наши сродники составляют тоже с нами единую Церковь, земную и небесную. В эти дни в храме совершаются заупокойные богослужения. В пятницу вечером парастас – это вечерняя и утренняя
это утреннее с чтением 17-й за упокойные кафизмы. Утром после божественной литургии совершается панихида. То поминовение, которое часто, вы знаете, приносят на поминальный стол, в храм, продукты, это надо понимать особая милостыня о наших сродниках, добрые дела, которые мы совершаем в их память. Поэтому, конечно, она не ограничивается только приношением в храм. Если мы видим человека, который нуждается в чем-то, что есть у нас, что именно мы можем ему помочь, то также помин не только продукты, это могут быть какие-то вещи, тоже особенно уместен в эти дни. В дни Великого Поста православные христиане приступают к одному из семи таинств Церкви – таинству елеосвящения или соборования. Оно совершается семикратным крестообразным помазыванием лба, ноздрей, щек, губ, груди и рук верующего, освященным елеем. Сопровождается это все чтением молитв апостола и святого Евангелия. Православная церковь знает семь таинств, и одно из этих таинств называется таинство елеосвящения или таинство соборования, как часто его называют в народе, потому что по сложившейся традиции это таинство, как правило, совершает несколько священнослужителей над больным или над больными людьми. Таинство соборования – это таинство, в котором церковь просит исцеления душевного, духовного и, конечно же, исцеление телесного для своих чад. Наиболее полный смысл этого таинства раскрывается в словах апостола Иакова. В своем послании он говорит следующие слова. «Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитера в церкви, и пусть помолится над ним, помазав его елеем во имя Господне, и молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь, и если согрешил, то простятся ему грехи». Из этих слов видно, что основное исцеление происходит, конечно же, благодаря молитве церкви. Но при этом используется вещество такое, как елей или масло. Если мы обратимся к Ветхому Завету, то мы увидим, что и в Ветхом Завете, да и в Новом Завете масло или елей – это всегда многофункциональное средство, которое применялось как для лечения больных. Мы читаем, что елеем помазывали раны. Оно применялось как бальзамирующее средство. Оно применялось как мастик для умощения тела, волос. Ну и применялось, конечно, и применяется при богослужениях. Таинство соборования имеет два варианта своего совершения. Иногда оно совершается на дому, над одним болящим, а иногда в церкви, над всеми, кто хочет приступить к этому таинству и кто по состоянию здоровья может прийти в храм. В этом случае оно обычно приурочено каким-то особым церковным событием. В Русской Православной Церкви это чаще всего период Великого Поста. При этом есть, к сожалению, несколько заблуждений, которые связаны с этим таинством. Одно из этих заблуждений – это то, что таинство соборования необходимо смертельно больным людям. Это поверье, народное поверье, оно попало в Православную Церковь из Западной Церкви, потому что именно в католической Западной Церкви с 10 по 20 век превалировало мнение, что таинство соборования необходимо совершать над смертельно больными людьми. Но опять же, если мы читаем чинопоследование, то, конечно, из чинопоследования видно, что это таинство именно для больных людей, и Церковь надеется, что Господь исцелит человека. Второе заблуждение – это то, что в таинстве соборования прощаются забытые грехи. Мы знаем, что грехи прощаются в таинстве исповеди или метаноя. Невозможно уйти с таинства исповеди частично прощенным. Церковь верит, что с исповеди человек уходит либо полностью прощенным, либо непрощенным. И предполагать, что есть некое дополнительное таинство, которое восполняет таинство исповеди, это, к сожалению, совершенно неверно. Часто задают вопрос, нужно ли собороваться людям здоровым.
Если, опять же, обратиться к чинопоследованию, то это, конечно, не совсем логично. Все-таки таинство соборования – это таинство для людей, которые болеют. Но если обратиться к церковной практике, к истории, то мы видим, что на протяжении веков церковь допускала возможность соборования здоровых людей, если у них есть желание дополнительно помолиться о своем здоровье. В 2012 году решением Священного Синода было установлено, что таинство соборования может совершаться над каждым человеком не более чем один раз в год. А к таинству соборования мы готовимся таинством исповеди и причастия. Есть такая благочестивая традиция, что накануне соборования человек приступает к таинству исповеди, к таинству причастия, а потом уже идет собороваться. Это не обязательное требование, но это благочестивая традиция, которую по мере возможности нужно выполнять. Исцеление – это свободный дар любящего Бога, а не неизбежный результат каких-либо внешних действий. Об этом должны помнить все приступающие к таинству соборования. Надо задуматься о своей жизни, о своих грехах, стремиться очиститься от них, ведь таинство соборования отчасти сродни таинству покаяния. Всем вам, дорогие наши зрители, желаем помощи Божией и благословения на предстоящей неделе.